Выборы в мажилис парламента проходят сегодня и в Нидерландах. Там сейчас полным ходом идет процесс голосования. На избирательном участке в Гааге работает наш корреспондент Жанат Эрнст. Она расскажет нам об особенностях голосования в Голландии. В 232-м избирательном участке, который расположен в здании посольства Казахстана в Нидерландах, в Гааге, зарегистрировано более 100 избирателей. В основном это студенты, обучающиеся в стране, а также наши соотечественники, которые работают в различных голландских компаниях, и представители бизнес-структур. Сегодня, как и многие казахстанцы, мы пришли в посольство Республики Казахстан, чтобы проголосовать и исполнить наш гражданский долг. Очень хорошая возможность предоставляется всем гражданам, проживающим за пределами Республики Казахстан, поэтому мы очень рады, мы проголосовали и сделали наш выбор. Наша основная цель – это благосостояние нашей страны, поэтому надеемся, что новый парламент будет эффективно решать все задачи, стоящие перед нашей страной в это непростое нынешнее время. Я хотела бы внести свой вклад в будущее развитие своей страны, и поэтому я дала свой голос сегодня. Сделала свой выбор сегодня. К полудню по среднеевропейскому времени здесь проголосовало уже более трети всех избирателей. Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, 24 KZ, Гаага, Нидерланды.